Беларусь и Латвия могут значительно улучшить свои отношения. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с главой правительства Латвии Марисом Кучинскисом. Между государствами масса неиспользованных возможностей. Взаимный интерес в транспортно-логистической сфере и инвестиции. Беларусь и Латвия готовы расширять сотрудничество также в создании совместных производств, высоких технологий и транзит нефтепродуктов через латвийские порты. Латвийским партнерам предложены хорошие льготы в качестве резидентов Великого Камня и новым компаниям парка высоких технологий. 29 тысяч новых рабочих мест, в том числе за счет появления малых и средних предприятий, планируется создать в Минске. Только в прошлом году число таких организаций выросло на 2% и сейчас составляет более 100 тысяч. Занято на них около 500 000 человек. В городском бюджете отдельная статья предусматривает поддержку предпринимателей. В прошлом году 27 субъектам хозяйствования была оказана помощь в виде возмещения части процентов за пользование кредитами, а также на модернизацию. Минскому областному драматическому театру 25. Он был создан на базе Молодечнинского народного театра заслуженным работником культуры Беларуси Николаем Мацкевичем. Он, кстати, руководил коллективом до 2002 года. За это время в театре было поставлено 14 спектаклей, разнообразных по жанру и содержанию. Сегодня в театре работают 24 артиста. Они не только радуют своего зрителя, но и успешно гастролируют. В репертуаре более 50 спектаклей.